У меня в руках вот такой вот интересный приборчик. Это вовсе не старый радиоприемник, как можно подумать с первого взгляда. Это музыкальный инструмент под названием стилофон, о чем свидетельствует надпись на его корпусе. Почему же он так называется? Потому что у него есть стилус, такая палочка специальная, которая служит основным органом управления этим прибором. Также у него есть вот такая вот необычная клавиатура, состоящая из металлических пластиночек. Включая прибор и оперируя вот этим стилусом, мы можем извлекать из него одноголосные мелодии. Ну, например. Так, мы можем добавить к звучанию еще и вибрато. Вот есть такая клавиша. Звук получается более интересный, космический такой. У него есть три тембральных положения. Вот есть переключатель такой. Первое положение – это бас. Второе положение – баритон. Такой пронзительный. А вот тенор еще более пронзительный. Звучит довольно винтажненько, как первые синтезаторы. Но и вид соответствующий. Хотя прибор сделан не так давно, но он стилизован под первое устройство такого типа, которые появились еще в конце 60-х, начале 70-х годов и быстро завоевали популярность. Что у него есть еще? Вот регулятор громкости, а вот два входа. Один для MP3 плеера, чтобы можно было запускать аккомпанемент и под него играть мелодии. И соответственно, есть выход для наушников, чтобы не третировать домашних этим необычным звучанием, а просто балдеть, вставив в уши наушники или одев их на уши. Вот, пожалуй, и все. Да, работает он на батарейках, вот отсек для батареек, а это штуковина для подстройки приборчика, чтобы он звучал правильно. Ну, берете тюнер, подкручиваете эту штуковину, и он звучит у вас совершенно правильно. Можно играть с гитарой, с синтезатором, там, не знаю, с чем-нибудь еще. Вот такой вот интересный приборчик я приобрел себе.